Традиционно открытие Дня города пройдет на площади Советов. Концепция 2017 – город счастливых людей. В 11 утра здесь начнется театрализованное представление, участие в котором примут более 1000 человек. А визуальную красоту создадут массивные декорации. Кое-что необычное горожан ждет в 6 вечера. Мы в этом году решили проэкспериментировать и сделать впервые проект «Театр под открытым небом». Данный проект возглавляет у нас Артем Баскаков. Нам жил Нимбуев, стихи. Это альянс актеров трех театров: театр оперы и балета, молодежного художественного театра и театра кукол Ули Гер. Вернуться в прошлое с 11 утра до 5 вечера можно будет здесь, на площади Революции. Исторические реконструкции и атмосфера в ярмарочных гуляний конца 18 века в анимационном проекте «Верхнеудинская ярмарка». Будет реализовываться молоко по 30 рублей, будет бесплатная дегустация горячего хлеба из тандыра, из русской печи. Кроме того, будет испечен самый крупный торт «Степашка». В 12 часов на Арбате начнет работу проект «Артгород-2017». Мастер-классы по выполнению набросков и портретов, панно в технике сухого валяния, конкурс на лучший аквагрим. К слову, рассчитан проект сразу на 2 дня – субботу и воскресенье. Не менее насыщенную программу предлагает Музей истории города Улан-Удэ. Общая концепция нашего праздника – это посвящена городам-побратимам нашего города. Поэтому все у нас как бы направлено на Дальний Восток. Это, значит, фотографии из Монголии, Южной Кореи, Китая и Японии. Также это будет кухня, мастер-классы, каллиграфия. И можно написать будет письмо другу малышам, которое они отправят в Японию, Корею или Монголию. Завершится праздничный день, конечно же, на главной площади города. Концерт звезд бурятской эстрады и молодежная дискотека. А 10:30 вечера здесь взорвется яркий фейерверк. Вечером 9 сентября для вывозки горожан после праздничного фейерверка автобусы будут рассредоточены по центру города. Работа трамваев будет продлена до полуночи. На трамвайных маршрутах будет работать 9 вагонов. Работа автобусов будет продлена до часа ночи. Будет работать более 300 единиц автобусов различной вместимости. Погода 9 и 10 сентября обещает быть ненастной. Одевайтесь потеплее, и тогда никакое похолодание не сможет повлиять на ваше настроение. Отличных всем праздничных выходных!